А это павильон космической отрасли. Что-то интересного такого. Ракеты, фотография. Фильм идет. Документальный. Космическая еда. Каждому интересно знать, что же это за космическая еда. Еще интереснее, какого же она вкуса. Пюре мясное, творог, свинина, борщ, творог с облепиховым пюре. Салаты свеклы, свинина лечо, язык, телятина, рассольник, мармелад, чай с сахаром даже есть, бородинский хлеб. И что-то интересное. Это вот костюмы, Климук, главный строитель. Памятные медали. Да, интересные. Чего только не изготавливали. Значки вот какие-то. Коваленок. А это кто? Новицкий. Модели космических кораблей. Фотографии. Космические фотографии. Планета Земля. Еще пару моделей. Гостиница «Космонавт». Байконур. Дверь. Оттуда что ли свистнули? Тренировочный костюм НАСА. Кременчук, Коваленко, Новицкий. То же самое, тренировочный костюм. А это, скорее всего, спасательный модуль. Вот он какой. Здесь парашюты. Вот это вот, наверное, отрывается как-то и парашюты выкидываются. А там вот они сидят. Точно сидят втроем. Раз, два и три. Ух! Здесь ничего не видно. Вот он как приземлился. А как же они туда залазят? Сверху что ли? Наверное, сверху. Это, скорее всего, из секстолита сделанная копия, а не настоящая. Вот она как выводится на орбиту. Ну, для Белоруссии, которая далека от космоса, конечно, такой маленький павильончик можно иметь. Будет интересно.